был в Манее. Это моя родина. Так что мне особенно больно видеть, во что Диравелла превратил город. Говорят, сына того фермера забрали. И каждый день стараюсь оправдать ваше доверие. Не смотрите на меня как на лидера. Считайте меня отцом, который... Этот голос! Заставь его замолчать. Вы правда этого хотите? Но любовь к вам! В области обнаружен враг. Всем бойцам, доложите обстановку. Держитесь, мои дочери и сыновья. Говорит центр. Цель не найдена. Отыщите его. Ты не сбежишь! Я вашим маяком среди тьмы. Не верьте сладкоголосым сирен. Всем постам. Найти мятежника. Принять все необходимые меры. Полицейские участки захвачены МДР. Принято. Освободить. Отправляю подкрепление. Это центр. Отправляю к вам дополнительный отряд. Немедленно найдите мятежника. Не дайте ему сбежать. Ребята, куда он подевался? Все поставьте. Нам нужно больше. Отправка дополнительных сил одобрена. Подкрепление скоро это будет у вас. Это не полиция. Это громилы Диравелла. Буйные и тупые. Танки к точке столкновения.
Ожидайте прибытия. Надо убрать эти уродские щиты, Рико. Лицо генерала пугает людей, пробуждает покорность. Не желаете потанцевать? Просвещайте тех! Отправляю вертолеты поддержки к точке контакта. Пропаганды! Помогайте им спастись! Я! Превосхищу! Я! Буду открывать нового мирового порядка! Отряд быстрого реагирования. Внимание! К вам направляются вертолеты поддержки. Thank you.
Найти цель как можно скорее. О, новые игрушки. Что у вас там происходит? Ответьте немедленно. Там кто-нибудь живой? Проклятие. Опасная штука. Рико, мы обнаружили изменника. За ним направляется лимузин. О, это даже звучит противно. Угони лимузин и забери предателя, чтобы мы могли тихо с ним разобраться. Плохо. Теперь заберем этого бастарду. Не привлекай внимания, иначе за тобой погонится. Наша страна преобразится. Мы добываем Баварий. Мы подчиним его своей воле.
и выкуем новый меч, с которым наша армия... Рика, нужно избавиться от информатора, но чтобы военные ни о чем не догадались. Все должно выглядеть как несчастный случай. Разбей машину, только сам постарайся не погибнуть. Его создатель! Наконец-то! Чего так долго? Ладно, езжай. Отлично, Рико. Информаторов меньше, наши разведчики в безопасности. Это было просто. Сообщение о нападении в области. Всем бойцам собраться на точке. Внимание всем постам. Восстановить контакт с целью. Говорит центр. Ваш запрос получен. Подкрепление уже в пути. Немедленно направляю к вам подкрепление. Цель скрылась. Приказываю восстановить зрительный контакт. Уничтожь статуи, Рико! Кто-нибудь, отзовитесь! Доложить обстановку! Мы его потеряли? Отвечайте! Поставь меня на стрелку.
повстанцы. Немедленно направиться по этим координатам. Подниму флаг. Обнаружен враг. Всем бойцам направиться по этим координатам. Визуальный контакт потерян. Всем постам. Рассредоточиться и начать поиск. Понял вас. Отправляю дополнительные силы. После них ты станешь еще опаснее, Орел. Костров, Рико. Надеюсь, что ты еще помнишь? Давай попробуем. Посмотрим, на что ты способен.
или за два месяца используя труд заключенных. И ни одного ватта энергии не достается народу. Ступай туда и все взорви! Что ж... Военное имущество выкрашено в красный. Так что давай в город и разберись. Рико, взорвите антенны! Спрятана за гермодверью. Нужно ее открыть. Поищи рядом рубильники. Еще одно орудие труда. Готово. Теперь к турбине есть доступ. Эй, попробуйте вот это.
Ха-ха-ха!